вот такие крутые товары я покажу вам в этом видео. А те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе. Погнали смотреть! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео вы увидите 15 крутых и полезных товаров для выживания и кемпинга на природе с сайта AliExpress. Ссылки на товары я оставлю в описании. А в конце видео будет конкурс, который вы так любите. Если вам нравится смотреть мой канал, то нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик. Так вы будете получать свежие выпуски, самые первые. Приятного просмотра! Складная силиконовая миска для путешествий. Изготовлена из гибкого качественного силикона, благодаря чему легко складывается и раскладывается. На дне находится специальная прорезиненная полоса, которая препятствует скольжению миски. Очень удобная складная миска неоднократно выручит вас в поездках или в путешествиях. Силикон, из которого миска изготовлена, принимает очень компактную форму и занимает минимум места в багаже. Походная разборная печь-щепочница. Изготовлена из очень качественной, нержавеющей, декорированной стали толщиной 1 мм. Собирается и разбирается за считанные секунды. Удачный вариант для лесных вылазок, пеших походов, велотуризма, а также можно ее брать на рыбалку, охоту, для готовки или подогрева пищи. Занимает очень мало места. Топить ее можно мелкими щепками, ветками, сухой листвой или травой. Очень мобильная и компактная, и является более эффективной, нежели чем огонь на открытом пространстве. Я хочу посоветовать вам весьма интересный и необычный канал The Факты, на котором каждый из вас найдет видео себе по душе. Будь то что-то мистическое и паранормальное, веселое и необычное, безумное и невероятное, разнообразие тематик зашкаливает. Как раз недавно вышел шикарный ролик, в котором вы своими глазами сможете убедиться в том, что самая большая акула в мире, мегалодон, жива, а также реальные истории и легенды, связанные с метро. Бегите по ссылке в описании и подписывайтесь, не пожалеете. А мы продолжаем. Складная корзина для пикника, ну или сходить по грибы. Просто незаменимая вещь в хозяйстве. Такая корзина выручит вас всегда. Также корзину можно использовать при походе по сбору грибов или ягод и пеших походов. Это делает ее просто незаменимой вещью для активных и динамичных людей. Она послужит хорошим помощником при ведении домашнего хозяйства. Подойдет для использования как взрослым, так и детьми. Водонепроницаемый складной фонарик со встроенной солнечной панелью или динамомашиной, от которой можно заряжать телефон. Светить без подзарядки фонаря будет около 5 часов, после чего следует ее полностью подзарядить через любой источник питания, не включая при этом. Если действие проходит в лесу, где нет ни розеток, ни USB кабелей, поможет встроенная динамомашина, которая заряжает фонарь за счет ручной тяги. В корпус фонаря встроен аккумулятор на 360 мАч. Также к фонарю можно подключить свой смартфон и подзарядить его. Туристический коврик из вспененного полиэтилена идеально подойдет для мамочек с детьми во время прогулок по парку или в туристических походах. Его очень удобно использовать в больших кемпинговых палатках, где размер спального места достаточно велик, а использование стандартных туристических ковриков сопряжено с некоторыми неудобствами. Также незаменимым такой коврик будет в качестве подстилки для пикника. Изделия удобные, компактные и легкие. Камуфляжная сетка «Укрытие». Сделайте тактическим любое место своего пребывания. Такие сети станут полезными при охоте, рыбалке или различных военных играх, как, например, пейнтбол. С их помощью вы можете быстро соорудить шалаш или укрытие, или можете использовать их в досуге, как эстетичную изгородь или же часть летней беседки. Такая сеть – это надежное укрытие от ветра или мелкого дождя. Она будет вам полезна как в быту, так и на отдыхе. Гидравлическая автоматическая палатка, четырехместная, устанавливается за 15 секунд. Главная особенность палатки – это установка в трех вариантах – пляжный тент, легкая внутренняя палатка и закрытая палатка в сборе с тентом. Подходит как для пикников, так и для туристических походов. Палатка изготовлена из прогрессивных материалов с высокой влагоустойчивостью и стойкостью к внешним воздействиям. Ткань тента пропитана полиуретановым покрытием и выдерживает 3000 мм водного столба. Пол палатки изготовлен из прочного материала, который удерживает воду даже в проливной дождь. Тактический чулок оснащен по последнему слову экипировки. У него есть внутренний карман с молнией, ленточные крепления для подвешивания подсумков и D-кольцами для крепления разных предметов и карабинов. Помимо этого присутствует карман с утягивающейся горловиной, крепление с пряжками Fastex, удобная ручка для переноски и карабин на прочном ремне для подвешивания. Чем набить подобный носок, зависит только от вас. Например, в него влезет компактная индивидуальная аптечка, фонарик, да пара запасных магазинов.
Бутановая горелка. Маленькая универсальная с тремя форсунками, большой емкостью для газа и предохранителем, который больше подходит для ювелирного дела, ремонта хрупких программных плат, быстрого разогрева веществ, разжигания костров и быстрого накала угля. Горелка с пьезоэлементным механизмом, индикатором уровня газа. Заправляется газом. Легкость и малый размер позволят удобно транспортировать как в кармане, так и в небольшой сумке. Температура пламени достигается 1300 градусов. Водонепроницаемый тактический рюкзак на 40 литров. У рюкзака два больших отдела с молниями. В основном большом отделе есть карман с креплением липучка для планшета или ноутбука. Второй отдел поменьше, с тканевым карманом. В третьем маленьком отделе предусмотрены карманы для телефонов и фронтальный карман на молнии. Мягкая вентилируемая спинка, боковые и грудные стяжки, ручка для переноски рюкзака. С помощью крышки рюкзака можно крепить туристическое снаряжение, как спальник или коврик. Для этого есть крепление застежкой. Сделан рюкзак из качественного водонепроницаемого полиэстера. Маленькая складная ножовка. Идеально как для различных плотницких работ, так и для работ по дому. Она одинаково хорошо справляется с распилом досок и реек, а также с сучьями и ветками. А удобная, приятная на ощупь рукоять из полиамида исключает возможность получения травм во время работы. Складная конструкция существенно продлевает срок службы лезвия. Малый размер и вес делают пилу нетребовательной к хранению и транспортировке. Небольшой и легкий светодиодный фонарь в виде обычной лампы накаливания. Фонарик станет незаменимым аксессуаром для отдыха на природе в вечернее или ночное время. Прекрасно подойдет для освещения небольшой палатки. Также его можно использовать для кемпинга, лодки, багажника, гаража или просто в качестве карманного фонарика. Наличие на задней части крючка позволяет без труда закрепить его в нужном месте. Кнопка выключения размещена на боковой стороне фонарика и позволяет переключать режимы работы. Данный фонарь имеет три режима свечения – яркий, средний и стробоскоп. Переключение режима производится последовательным нажатием на кнопку. Комфортно подъемничать на пикнике или в лагере вам позволит металлическая термокружка с карабином на 220 мл. Компактная и практичная посудина изготовлена из пищевой стали, которая устойчива к коррозии. Изюминкой предоставленного элемента туристической посуды является ручка в виде карабина. Она выполнена из алюминия и не нагревается, даже если в термочашку налить кипяток. С помощью карабина термокружку можно закрепить на рюкзаке или ремне. Браслет выживания из паракорда со свистком и огнем может эффективно использоваться туристами, военными, людьми, любящими экстремальные виды спорта. Браслет выживания из паракорда 3 в 1 – это свисток, который можно привлечь к себе внимание. Огнево, расположенное в застежке браслета, и 4 метра веревки. Он позволяет развести огонь в походных условиях при наличии минимальных навыков, даже после пребывания в воде. При желании можно снять оплетку и использовать нити шнура как леску. Очень прочную нить для ремонта одежды и обуви в полевых условиях. В случае экстренной ситуации вы за секунды сможете получить из браслета на руке длинную веревку, которую можно использовать как вам необходимо. Например, крепление груза, наложение шины на поврежденную конечность, жгут для остановки кровотечения, мелкий ремонт, замена шнурков, веревка для сушки вещей и так далее. Паракорд выдерживает разрывную нагрузку в 250 кг. Годный комплект 6 в 1 для готовки в походе. Все предметы складываются в миниатюрную печку-спиртовку. Это кемпинговый набор посуды, предназначен для одного или двух человек. Изготовлен из анодированного алюминия, твердый и легкий. Чаша может быть использована в качестве крышки. Подходит для кемпинга, пешего туризма, альпинизма, пикника и других мероприятий на свежем воздухе. Набор включает в себя кастрюлю на 0,9 литра, чашу с крышкой 450 мл, подставку, базу, стекло, полотенце и чехол. А вот и ваш любимый конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какой отдых на природе вы предпочитаете. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!